Добрый вечер всем. Добрый вечер, дорогой друг Валерий Ипполитович. Поздравляю тебя с твоим юбилеем и от себя лично, и от генерала армии Моисеева. И желаем тебе долгих лет жизни и здоровья, конечно, и всего самого хорошего. И так как я являюсь... я так волнуюсь прям. Да, наверное, надо Ипполитовичу аплодисменты подарить. В общем, у нас создан творческий союз во главе с Михаилом Ножкиным. И я сейчас как раз набираю людей творческих и тебя приглашаю в этот наш творческий союз. В Российский комитет ветеранов. Гоголевский бульвар, дом 4. И для тебя хочу исполнить несколько песен. Для тебя, значит, для твоих друзей тоже. Ну, можно одну, а потом еще две. Но песня будет называться «Я от тебя вдали». Ну, давайте наполним бокалы пока, чтобы без дела не сидеть. Между нами реки, горы.